Всем здравствуйте. Сегодня местечко вот такое нашел. Наверное, все знают эту локацию демо. Тут ловит рака. А после обновления, когда он перестал клевать на озере практически 40 штук за сутки. Вот у меня он там клюет теперь. Мне пришлось искать для себя другое местечко. И вот я нашел на деме небольшой такой уступчик. Мне подсказали тут ребятишечки. 0.33 на червяка. На доночку. Стал у меня он тут забросил. Я сначала долго сидел, ждал. Не хотел он брать, но маленечко набрался терпения. Посидел. Тут стали другие рыбки поклевывать, бычки. И потом полигонечку рак пошел. Бросил я еще прикормочки, а низ червяк. Ну, это просто на мой выбор вот так вот. Что-то мне захотелось так. Может быть, есть какая-то другая, более существенная прикормка, чтобы разловить его. Вот, и у меня начал так вот поклевывать он. Не скажу, что вот прям как из пулемета, но более-менее. Он как-то вот то затишье, то вот несколько штук подряд клюнет, вытащишь. И сидишь, ждешь терпеливо. По крайней мере, результат гораздо эффективнее, чем на озере. Лично для меня. Где-то выходит здесь под 100 штук, я так понял, можно наловить за сутки, за день световой или... Вот. Ночью я ловить не пробовал. Ну, рак раньше у нас хорошо ночью ловился, наоборот. Так что вот присмотритесь, кому может быть подойдет этот уступчик 0.33. Находится над папочкой, чуть правее центра заброс. Как я уже сказал, клев не больно сильный, но тем не менее, чтобы найти более такую клевое место, я еще пока не нашел для себя на рака. Вот здесь вот у меня всех лучше получается наловить раковые шейки, наделать и поехать потом, например, на Амазонию половить кайманчика. Ловить пузыречки с кровью, попытаться. Покупать ее я никогда так особо не покупал ножички. Во-первых, это лишняя растрата денег, но и интерес к игре начинает пропадать, когда ты сидишь и ловишь одну рыбу. А когда ты ездишь и, как говорится, все тяготы примеряешь на себя нелегкой рыбалки, все равно какое-то разнообразие. Гораздо интереснее ловить, когда сам везде посещаешь все водоемы и разлавливаешь и наживки, и мелочи, и крупную рыбу. Лично вот у меня так, сидеть и долбить одну и ту же рыбу, это просто не могу я так. А тут хоть какое-то разнообразие. Конечно, хочется, допустим, для кого-то быстро заработать, но этот заработок все равно быстро не получится в данный момент. Если только вкладывать реальные деньги. А так в рыбалке сейчас не заработаешь денег мгновенно и быстро. Или нужно просиживать целый день у компьютера с утра до самого вечера, просыпаться и опять садиться. Ну что ж, сейчас вам покажу, сколько у нас тут вышло. Переключился я уже на вечер, на ночь. Вот, вот смотрите, всю сорную рыбу я выкинул, 88 штук вышло с
с утра и до ночи. Неплохой результат. Если кому-то понравилось, я буду только рад. Желаю всем удачной рыбалки, счастливо, пока-пока.